В праздничные выходные погода порадует жителей Ленинградской области. В 47-й регион надолго, как минимум на 5 дней, пришел антициклон. Синоптики обещают настоящее лето. Предстоящие праздничные дни, 8-9 число, скорее всего, что будут еще теплее. Погода, характер, как я сказал, не изменится, но дневные температуры повысятся, наверное, будет там 20-23 градуса. А в ночные часы тоже потеплеет, и температура по Ленинградской области плюс 5, плюс 10 градусов. Ветер постепенно сменит направление с северного на западное. Порывы усилятся до 4-9 метров в секунду. В северных районах Ленинградской области, Уфимского залива и Ладожского озера по традиции будет немного прохладнее.